Здравствуйте, дорогая наша публика, дорогие наши родители, бабушки, дедушки. Сегодня у нас заключительный концерт нашего сезона, в котором принимают участие младший и старший хор и наша группа баритон. Ну и сегодня мы подготовили, надо сказать, за короткое время, потому что большинство из вас недавно, наверное, были на нашем таком юбилейном концерте, где мы давали целую огромную программу. Но сейчас мы подготовили тоже небольшую программу, которая включает и произведения музыкальные, и даже концертное исполнение оперы Левитина, детской оперы «Мой Дадыр». Сегодня вы ее и увидите, и услышите. Но начинает наше выступление младший хор. И первое произведение, которое они споют, это музыка Хачатуряна, стихи Петра Синявского, «Мелодия». Композитор Паулс, и песенка называется «Волшебный замок». Thank you.
Ну вот в последнее время, особенно после нашего юбилейного концерта, у нас младший хор стал часто петь вместе со старшими и осваивает такой достаточно трудный репертуар. Сейчас мы споем два произведения, которые уже так звучат в репертуаре и младшего, и старшего хора. Первый называется «Весна, Пасха». Ветер, полет. Yeah.
вот у нас приходят мальчики совсем маленькие, потом они подрастают, идут в младший хор. Вот кто-то из подготовительного отделения на будущий год перейдет в младший хор. А часть вот этих ребят, которые из младшего хора, они уже будут петь в кандидатском составе старшего хора. А вот тут стоят ребята, которые еще в этом году считались кандидатским составом, они уже полноправные участники старшего хора. И они достаточно сложную программу, так они все растут. И сейчас на сцену выйдут совсем взрослые наши ребята, которых уже поменялся голос, которые уже поют мужскими голосами. За тот небольшой промежуток мы, конечно, не успели сделать постановку, может быть, она у нас в перспективе будет, но все-таки мы подготовили. Бывает и такое, ну, кто-то из вас, может быть, присутствовал, концертное исполнение оперы. Вот у нас сейчас концертное исполнение детской оперы, она совсем небольшая. Может, я думаю, что большинство взрослых ее видели, слышали в виде мультфильма, но она существует и как опера. Это опера Левитина «Мой Дадыр». И у нас тут и роли появились, роль мальчика у нас Гоша Гурко исполняет. И роль «Мой Дадыра» у нас исполняет вся мужская группа. Настоящий оперный дирижер, дирижирую сегодня с пюпитром. Thank you.
Сегодня будет небольшая такая торжественная часть. Вы знаете, для всех, кто у нас учится в капелле, что у нас свидетельство наше, оно очень ценное, потому что его получают только те, кто сдали специальные экзамены по сольфеджио, по теории, по хору, по ансамблю. И в этом году у нас на самом деле только всего один, я не называю выпускник, потому что просто человек, которому мы вручаем свидетельство о том, что он прошел творческий курс. Вот. Давайте я сначала вызову сюда Дениса Верхотурова на сцену. И я бы хотел, чтобы родилась его мама Наталья Валерьевна. Что Денис такой из редких наших участников хора, у нас есть такие, во-первых, он всегда у нас и солировал, он всегда очень прекрасно занимался. Сейчас он просто присоединился к нашему взрослому хору и занимается уже во взрослом хоре, в хоре «Ковчег» и в молодежной группе «Вита Нова». То есть он продолжает заниматься музыкой, при том, что у нас были разговоры про то, что он вполне по своим способностям и по подготовке он мог бы продолжать свое обучение профессионально, но пока я так понимаю, что у него другие мысли, но он с удовольствием продолжает заниматься музыкой. И сегодня я ему свидетель. Так, я должен очки. Уж поскольку он один, я это свидетельство зачитаю. Вот за 15 лет, на самом деле не с первого же года у нас выпускники, это у нас свидетельство всего только номер 18. Настоящее свидетельство выдано Верхотурову Денису Георгиевичу, родившемуся 23 ноября 2004 года, в том, что он в 2010 году, заметьте, большую часть жизни, был зачислен в хоровую капеллу мальчиков и юношей «Орлята», и к 2020, в принципе, он в прошлом году уже мог бы получить это свидетельство, просто у нас условия пандемии наши не позволили. Освоил полный курс творческой программы капеллы, показав следующие результаты. Хоровой класс 5, хоровой ансамбль 5, теория музыки 5, сольфеджио 5. Ну, небольшие такие сувенирные подарки вручают. Он только что съездил с хором «Ковчег» в Ярославль, и оттуда маленький для него тоже сувенир, чтобы он тоже помнил эту поездку. И альбом с его фотографиями, с его жизнью в капелле. И хочу поздравить Наталью Валерьевну. Вообще, у нас очень много хороших родителей, но могу сказать, что Наталья Валерьевна всегда
Вот она приходила всегда и говорила, чем помочь? И мы ей очень за это тоже благодарны. Вот. Мы продолжим. Ну, вообще, мне говорить со сцены приходится немного реже, чем петь, но что с этим поделать? Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо своей матери, которая в 6 лет привела меня к таким замечательным преподавателям, как Андрей Викторович и Ирина Рафаэловна. Там еще были Елена Ивановна, Наталья Петровна, Надежда Петровна, да? Это очень-очень крутые преподаватели, которые буквально вырастили из меня музыканта, в общем-то, с нуля. У меня, конечно, был какой-то там абсолютный слух, ну что, фигня какая-то. Меня научили всему здесь. Я подбивал в машине и все. А вот научили, что-то с нуля. Спасибо им большое, давайте похлопаем. Присоединяюсь, конечно, к словам сына. Никто его никогда не побуждал к музыке. Но огромное слово благодарности. В общем, они вкладывают душу в каждого ребенка, в каждого мальчика. В общем, низкий поклон. Да. Наши мальчики в майские праздники, вот на 9, 8, 9, 10 мая, съездили в Ярославль. Это была такая концертно-экскурсионная поездка. Мы не на фестиваль ездили, мы просто договорились с коллективом, с ярославскими организаторами и сделали такую вот поездку. Сейчас маленький фильм по вот этой нашей поездке. Посмотрите, пожалуйста. В результате в конце спели «Наше чудо». А это уже сводно, когда мы пели вместе с хозяином. Это ярославские виды. Было очень холодно, между прочим, они вот здесь очень замерзли. Да, мы были там на шоу Макити. Обратно всю дорогу пили. Собственно, не только обратно, но и туда тоже. Крылатая песня наша, «Крылатое сердце». Водитель нам любезно позволил включить минусовки. Иногда некоторые не ели.
это музей «Музыка и время». Мы ездили в эту поездку, и я хочу сейчас позвать на сцену родителей, которые с нами ездили, потому что это была очень... Не все всегда в поездке, всегда очень много трудностей. И иногда даже... Ну, у нас практически очень часто какие-то бывают поездки, у нас дети и ноги ломали, и в больницы с животами попадали. Слава Богу, в этот раз не было, но тоже были непростые моменты. Вот я в первую очередь хочу... Тимофей, мама здесь? О! Ксению Андреевну Демьянову вызвать на сцену. Так, страна должна знать своих героев. Я хочу вызвать сюда Марину Александровну Багаудинову, Елену Настасовну Николашевскую, Ольгу Викторовну Бойцову и Ольгу Михайловну Козубову. Не уходите на грани, не уходите. Так, я кого забыл? Кого я забыл? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Гурко, Наталья, Ирина Валерьевна. И Гурко Ирину Валерьевну. Вот, вы знаете, когда за спиной есть помощь, и когда ты знаешь, что это надежно, вот поездки, это очень важно. И поэтому мы этим родителям, все наши педагоги, и там, конечно, Ксении Андреевне пришлось вообще повозиться, она кое-где даже у нее пришлось пропустить экскурсии, вот, потому что бывают моменты сложности, я не буду рассказывать, но у нас, слава Богу, все прекрасно, дети очень довольны. Насколько я знаю, они рассказывают про эту поездку. И вот огромное спасибо родителям. И им маленькие-маленькие такие ярославские сувениры. Это значит, в Ярославле очень... это первый город, где в храмах стали использовать изразцы. Ну и вот здесь изразец, изразцы с гербом Ярославля, медведь с секирой. Концертмейстера Марьяна Геннадьевна и наших хормейстеров Елену Ивановну Чернецову и Ольгу Александровну Угольникову. Старший хор, каждый из ребят, ну, мне тот, кто делал, сказал, чтобы я в руки вручал только педагогам, только родителям, потому что это такая работа очень непростая. Здесь все ребята старшего хора, которые в этом сезоне у нас
пели в старшем хоре, включая баритон. Я сейчас включаю баритон. Вот. И кандидатский тоже хор. Кандидатский — это старший хор у нас уже все. Вот. То есть все ребята, которые пели в старшем кандидатском баритоне, да, вот такая вот фотография, сейчас я им покажу, и потом не дам, потому что давать будем только родителям. У нас, к сожалению, нет конвертиков, да, как-то надо будет продумать, чтобы аккуратно они получили. На память это останется на всю жизнь. Спасибо огромное и нашим родителям, которые на самом деле все родители, и бабушки, и дедушки, которые всегда приводят детей на занятия, нам помогали все. И нельзя рафинировать, что кто-то помогал больше, кто-то меньше. Все помогали по мере силы возможностей. И в этот непростой сезон мы справились с самой трудной задачей. У нас всегда была музыка и в душе, и она была и в классах на занятиях, она была и на сцене. И будем надеяться, что она не только в прошедшем времени, она была, есть и будет обязательно. Поаплодируйте, пожалуйста. И детям в первую очередь, потому что они выдержали вот этот вот сложный творческий сезон. Ну, у нас есть, в общем, две таких фирменных песни. Одну вы слышали уже, это «Крылатое сердце», а вторая – это «Любимый Зеленоград». Можно нам? А, стойте. Четыре. Фонограмма. Yeah.
Ну вот это наш последний концерт нашего сезона. Но занятия у нас продолжаются, в июне мы занимаемся. Кто не уедет, кто не будет все там сидеть на даче, мы продолжаем заниматься в июне, а потом еще в августе соберемся пораньше. Потому что у нас идет, ребята у нас, между прочим, вот для тех, кто не понимает и считает, что они просто там ля-ля, музыка, они работают по-настоящему, поэтому, поэтому у них такие хорошие успехи. И мы вас ждем на наших следующих концертах. Всего доброго, до свидания. Спасибо.